Всем привет, привет. Нужно отыскать, встретиться с корневой матерью. Она где-то здесь. Я так ее, короче, и не нашел. Сейчас вот будем искать. Буду искать ее. Здравствуй. Может быть... Я чисто случайно сюда заглянул. Наконец ты здесь. Я вернула себя. Или нет? Больше не часть корня. И не человек. Вот помощь, что ты жаждешь. Найди того, кого зовут основателем. Он знает путь, который ты ищешь. Но сначала тебе придется открыть лабиринт. Взгляни на свет, мерцающий в небе. Путь к его источнику охраняет чудовищный корень. Убей зверя, отыщи свет, что он охранял, и ты предстанешь пред хранителем лабиринта. Постой. Еще один дар поможет сразиться с всепожирающим корнем. Осколок драконьего сердца. Я помогу сделать его сильнее. Корень един и силен. Но с этими дарами у тебя может быть шанс. Великие силы между мирами. Не должно, чтобы они принадлежали чему-то одному. Это все, что я могу тебе дать. Осколок дракона. Ага, вот они, эти кристаллы. Понял. Жизнь дорогого стоит, дитя. Надо купить эти вот. Все, я понимаю теперь потихоньку. Эй, бродяга. Вот они, люмина. Так, вот это вот мы купим. Железо и люминитины кристаллы вот эти вот. Так, береги сейчас. Себя. Сейчас я их куплю. Только сначала схожу. Эй, бродяга. Улучшение сделаю сейчас. Попробую. У меня потому что есть 37 железа. Поэтому я могу улучшение сделать. Да отстань ты от меня со своей болтовней. Что-то нужно? А, давай поглядим. Оба-на, снайперская винтовка появилась. Так, броню. Вот я могу броню вот эту вот улучшить. Береги себя. Да отстань ты от меня со своей болтовней. Так, теперь я могу этих кристаллов закупить. И посмотреть, сколько мне еще там надо будет, чтобы прокачать драконье сердце. Эй, бродяга! Три купил. До встречи. Три купил. А сколько еще надо? Вестник снова здесь. Удалось добыть для меня корни. Прими этот дар, дитя. Еще четыре надо. Ступай осторожно, дитя. Так, мне надо завалить какого-то корня. Эй, ты. Будет.
Подмоги, я так предполагаю, не будет. Ладненько. Так, поселение. Вот мне, наверное, я думаю, вот сюда вот. Хотя я не уверен. Так, ладно, добегу сейчас. Сейчас добегу. Корневую мать нашел, это хорошо. Точнее, поговорил с ней. Найти хранителя лабиринта. Так, окей. Будем искать хранителя лабиринта. Так, пойду я вот сюда сначала. Или. Да, наверное, он туда прямо схожу. Или направо. Направо еще можно. Пойду направо тогда вот так вот. Хедшот. А я здесь уже был. Пока все спокойно. Пока все спокойно и хорошо. Так, здесь я тоже был. Уже ходил сюда. Туда направо пойдем. Пойду схожу туда.
Оба-на, сундучок. Что-то надо сделать, да? Ага, пещера какая-то. Окей, идем в нее, зайдем. Здесь закрыто. У меня есть что, ориентир, я все время направо шел. Контрольная точка. Получается... Ого, я здесь не был. Я, наверное, мне кажется... Заповедник. Интересно, я на правильном пути или нет? Так, кто-то что-то, какой-то звук. Где? Привет. Знакомые персонажи тут уже бегают. О! Вонючка. Готовченька. Готов. Так, два варианта. Идти направо или налево, да? Пойдем через право пройдем. Посмотрим, что здесь. А здесь, собственно, ничего интересного, хотя вон там что-то наверху есть. Типа вход, что ли, какой-то? Провал. Ладно, бежим дальше. Кто следующий? Одним выстрелом обоих. Где вы? Ё-моё, сколько у вас тут их? Опа-на. Так. Что такое? Кажется, у меня проблема. Я заражен. Так, давай, давай. Потом вот это вот надо заюзать, вот это вот
все. Так, а вот здесь что было? Что у нас вот здесь? А здесь ничего. Так, я могу прокачать один талант какой-нибудь. Бонус к опыту. Даже не знаю. Давай прокачаем. Куда дальше? Налево тут ничего нету. Так, тут тоже ничего. Ох. Зараза. Не могу остановить кровь. Ё-моё, ни хрена он какой сильный. Окей, сейчас еще раз попробуем. Сейчас я заюзаю только вот это и вот это. Взорвался. Успел отбежать, блин. Нихера себе он как... О чем как? Готовы. Сзади обошел. О, справился. Тяжеловато, конечно, но ничего, справились. Где тот чувачок, который меня убил? Туда. Опять же, можно обойти. Я, наверное, попробую обойти вот здесь. Может, что-нибудь здесь будет интересненькое, какие-нибудь плюшки. О, о чем я и говорил. Ah!
ты зараза. Так, опять юза, быстрее. Да блин, прыгай. А каким образом мне здоровье восстанавливается? Что ты зараза? Давай, быстрее. Есть. Отлично. Нелегко было. Вообще капец, как тяжело. Там вход. А, это я отсюда вышел. Тут типа что-то выход какой-то, да? Сейчас он ко мне прикатит, наверное. Катил. Так, таланты. Еще прокачиваю. Это, конечно, хорошо, но типа можно и по верху пройти, да? Можно и по низу. Сейчас сначала здесь пройдем, посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я понял. Теперь мы попробуем с другой стороны пройти. Всех завалил. О! Потерянное кольцо. Что за потерянное кольцо? Надпись внутри гласит: моему лучику солнца во тьме, старшее чего стершееся от постоянного ношения поверхность говорит о том, что владелец очень любил это кольцо. Ну ладно. Я понял. Понял. А вот и выход, собственно.
Я мог и отсюда прийти. Сейчас посмотрим, что там. Тут есть. Тайничков нету никаких. Нету. Еще один куда-то вход. Еще один вход. Заходим. Контрольная точка есть. Отлично. Отстань от меня со своей болтовней. Кстати, я здесь не осматривался, что у него тут вообще есть. Ничего интересного. Эй, бродяга. Давай поглядим. О, броник можно прокачать. Все, береги себя. Нужны вещички? Пока. Вроде все. 10, да, надо было? Так, рюкзак. 10 кристаллов. Вестник снова здесь. Удалось добыть. Это все, что я могу тебе дать. Отлично, теперь до встречи. $1000 накопить будет. Вестник. И купить. Спрашивай. Война лишила меня многого. Взгляни на свет, мерцающий в небе. Путь к его источнику охраняет чудовищный корень. Убей зверя, отыщи свет, что он охранял, и ты предстанешь пред хранителем лабиринта. Хорошо. Жизнь дорогого стоит, дитя. Смотреть на небо, да? Понятно.